Сегодня на канале serebrennaya-ptitsa.rf особенный обзор. Новинки роскошных изделий в так полюбившемся вам филигранном стиле. Мы покажем модели на каждый день и для праздников. Они непременно украсят ваш образ и создадут волшебное настроение. Традиционное украшение с акцентным фианитом в алмазной огранке. Изящные серьги выгодно отличают дизайн в форме листика со сверкающей каплей. Кольцо имеет классическую форму перстня. Кружевные узоры делают его визуально легче и элегантнее. Комплект станет прекрасным акцентом для вашего базового образа. Следующая новинка – комплект с зернением без вставок. Серьги с английским замком и элегантной удлиненной капелькой. Широкое кольцо удобно сидит и ненавязчиво привлекает к себе внимание витиеватым узором. Лаконичные формы не перегружают образ и идеально сочетаются с офисной одеждой и одеждой в стиле casual. Следующая модель – изумительный браслет без вставок с искусственным чернением. Объемный рельефный дизайн станет заметным акцентом. И даже в холодное время года, время водолазок, кофт и джемперов с длинными рукавами, этот браслет гармонично впишется в образ, подчеркивая непревзойденный вкус своей обладательницы. На ваших экранах еще один комплект для повседневного образа. Серьги смотрятся легко и непринужденно. Кольцо имеет тонкую удобную шинку с тыльной стороны пальца, а спереди украшено нежным узором. Декоративный элемент украшений выполнен в форме лодочка, такой простой и одновременно элегантный. Обратите внимание на серьги без вставок, покрытие оксидирования. Уникальность дизайна новинки заключается в сочетании геометрических фигур, квадратов и нежного цветочного узора. Выглядит невесомо и очень женственно, а строгие формы делают их идеальным вариантом для повседневного образа. Разбавьте офисную коллекцию, и эти серьги вас точно не разочаруют. На ваших экранах еще одна геометрическая новинка. Серьги украшены изогнутыми прямоугольниками, содержащими незамысловатый невесомый узор. Кольцо, как и серьги, без вставок, легкое и лаконичное. Тренд на подобные украшения существует давно и не угасает, потому что они легко вписываются даже в самый строгий офисный дресс-код. На вашем экране комплект в форме лодочки, заполненный поистине драгоценным кружевом с удобным классическим английским замком. Золоченые украшения всегда будут актуальны. Внешне они такие же роскошные, а их цена позволяет носить даже в качестве повседневных украшений. Следующая новинка – комплект со вставкой из фианита в алмазной огранке. Изделия выполнены в дневном варианте классического стиля, имеют сложную форму и при этом небольшие размеры. Выразительный акцент даже для самых сдержанных образов. Совершенно не скучное дополнение к шкатулке базовых украшений. Поэкспериментируйте с ним и убедитесь сами. Еще одна классическая модель, выполненная в технике ювелирного кружева. Узор на сережках имеет природные мотивы и напоминает семечко, из которого пробился чудесный росток. Широкое кольцо украшено крупным ярким фианитом собственной огранки, обрамленным листиками из металлического кружева. Аккуратный комплект универсал подойдет к совершенно разным нарядам. Следующая модель – изумительный комплект со вставками из небольших прозрачных фианитов. Имеет достаточно крупный декоративный элемент, за счет чего легко привлекает внимание. Уникальность модели в симметричности узоров и расположении фианитов, что придает образу гармонии и утонченности. И в завершение обзора комплект с самой загадочной вставкой нашего интернет-магазина – султанитом. Серьги-листики украшены достаточно крупным кристаллом диаметром 12 мм. Его уникальное свойство – изменять оттенок в зависимости от типа освещения. При искусственном свете камень переливается мягкими древесными оттенками, а на солнце играет желтовато-зеленоватой палитрой. Богатая оправа ювелирного хамелеона только подчеркивает уникальность изделия. Надевая такой комплект, вы продемонстрируете ваш статус и неординарный характер. На сайте serebrennayaptitsa.rf
представлены эти и многие другие украшения из серебра, бижутерии и золота. Доставку осуществляем по всей территории России. Благодарим за внимание и до новых встреч!